Итак, мальчик, привет, с тобой я, Кирилл, и я продолжаю, точнее, записывать для тебя прохождение сериала Resident Evil 4. Это уже у нас первый сезон, вторая серия. Итак, надеюсь, тебе понравилась первая серия, особенно когда я потом ее в Сан-Вегасе переделал, ну и все такое. Но мы, собственно говоря, продолжаем. Я тут кое-где сохранился. Так, и теперь, помнится, мы закончили там у нас сахарилось много ходячих, но теперь там... А, естественно, мы продолжаем. Я начал с контрольной точки, отсюда вам. И теперь будут записывать у тебя прохождение второй серии. Итак, берем зеленую траву, сейчас она сахарится. Может, вот зомбачков, но мы побежим в домик. Блин, спалили. Спалили меня. Ну, ты уже это видел в прошлом видео. Они дверь открыли, они открыли дверь. Это все потом от пистолета лежит, но я их потом соберу. Как будто сильно. Мы разгадываем траву и бежим отсюда. Значит, в этой части я буду драться с бензопилильщиком. Ё-моё, помогите! Меня эти варвары пригласили! Бежим в этот дом и смотрим ролик. Блядь, ну чё такое, ёб твою мать? Я вообще не понял, кто убил, за что? Кретины, ладно. Такое случается. Ну, благо здесь можно с контрольной точки начать. Блядь! Ха-ха. Да, я походу его превозлился, потому что бензопилильщик сагрился. Так, главное нам сейчас взять ружьё, потому что пистолет его выложит очень долго, особенно на профессионале. Так что не очень долго. Да, значит, мы сейчас берём ружьё. Так, не съел канат. Берём ружьё. Попробуем вот. В это окошко там нас бензопилильщик не достанет. Все будет. Ой. Ёпта. Молитец. Так, в этой игре также я тебе забыл сказать, можно продавать разные предметы, сокровища, покупать разное оружие, там, что такое, аптечки там. Ты знаешь, пошли, чтобы тебе объяснять. Мы же с тобой в это как 5 лет, да? Больше. Блин! Погибите! Изнасилуй! Так, смешаем траву. Так. Я выпнул там ГТ. Так. Так, пока он там лежит, мы его с пестика будем забивать. Так. Это не имеет достаточно, что ты забарали. Ты дебил. А ты задолбали. Короче, чтобы мы спаслись от бензопилильщика, мы должны, короче, бежать вот сюда. Так, так, там есть проходки, нас нужно окружать с двух сторон. Мальчик. Так, будем, короче, как в Сан-Андресе, GTA Сан-Андресе, отстаивать полных противников. Так, тут я, собственно, всегда говоря, его побеждаю. Чуть-чуть FPS просело, потому что это тяжелая локация. О, блин. Ё-моё, они меня уже окружили. Как бы сказал один из полицейских, школьники. Так, ладно, берем дробовик, он нам очень нужен. Так, теперь берем пистолет и добиваем его вот так. Что сюда? Не получится. Так, теперь мы делаем один маневр. Кидаем гранату. Этого мы добиваем. Так, теперь опять берем дробовичок на.
Так, теперь заберем пистолет. Да. Так, берем лицо. Опять берем короче. Так, они еще больше сажают, если это хреново. Мальчик. Да что это? Задолбали уже. Так сложно играть. Слишком много. Тут можно не волноваться кое о чем. О том, что. Так, пока что из них вас плавят не выпрыгнут, потому что. Так, это не видно. Так, что сделаем. Так, мы его походу убили. Да, мы его убили. Бензоперечник. Так, погоди. Бензоперечник убит. Делаем вот так. Я поддерживаю. Так. Не нам эти дебилы. Дебилы утошили страшно. Итак, собственно говоря, эта серия тоже затянется на 10, на где-то минут 20 с чем-то. Где-то так. Потому что потом серии весит много, мне их долго обрабатывать, ведь будет не бегало со стриком ГТ оставлять тоже сложновато. Так, мы выбрались из этой передряги такой. Я не так сильно люблю, как в прошлой части, сам знаешь. Вот отстоим. Косой, блин, дебил. Блин, они меня отвлекли, школьники. Целая куча, блин. Будем отстаивать. Так, делаем. Надеюсь, просто, чтобы уж наверняка было. О, флешка! Бать, это чё, враг что ли был? Ну ёбаный ты нахуй! Ну сука, не суйтесь вы под прицел! Не извините, пожалуйста, что так громко кричу, но... Ну ладно, четвертый раз, срать на этот раз, не патронов зато больше. Onige, I've some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Так, ну окей. Так, мы выбрались из этой передряги живым. Так, это у нас очень хорошо. Так, сделаем аптечку, сука. Так, погоди, мешаем. Так, теперь... Переставим ее вот сюда. Так, это сюда. Так, Димыч Андреевич, подойди-ка сюда. Что-то куда-то там отдалился. Так, поздоровайся с Пашенди мальчиком. Привет, Пашенди мальчик. Так, мы можем уже придвигаться, можем осмотреть этого чувака, который озвучивал голос Хаотикса. Так, господи, что же это? Да, походу те хантеры-школьники все-таки его убили, да, Пашенди? Честно, было даже немножко смешно. Так. Ты мне извини, когда я там дрался, когда я... Меня в угол загнали, за мной этот бензоперечник бежал, плюс еще эти гранаты, меня немножко проседало из-за того, что их слишком было много. Слишком много прогрузки было, и все такое. Так. Так, ну и, в общем-то, мы продолжаем. Так, сейчас нужно здесь уже у нас все собрать. Так,
Тут мы в этой комнате пропустили патрончики от пистолета, как я понимаю. Экс. Вот они, кстати. Можем посмотреть картину Садлера, который будет озвучивать, кстати говоря, Хаотикс теперь уже потом уже будет озвучивать уже в будущем, как ты понимаешь, да? Это просто офигенно, я до 3 часов ночи все это обрабатывал. Точнее, но обрабатывалось это все быстро, я скорее делал больше, чем обрабатывал. Так что вот так вот. Так, теперь забегаем вот в эту комнатушечку. Как я понимаю, наша главная цель спасти Эшли. Но все эти гранаты пошли в церковь. У нас нет ключа от этого церкви, поэтому нужно их найти. Скорее всего, в этом видео ты не сможешь услышать все голоса, потому что мы до них еще можем даже не дойти. Но зато в третьей части точно уже услышишь новые голоса. Но самое главное, что ты в первой части услышишь эти все голоса. Да, девочка, ты сейчас скажи, как тебе было снижать. Но не будем спойлерить, что там будет, но там будет ржака. Короче, ты там... 10 минут прошло уже? Ты считал? Я не считал. Ну ладно. Так. Значит, что у нас тут еще? Так. Что мы там забыли? Тут мы все собрали. Так, залезем тут с патрона от дробовичка. Как бы бензопилильщика бы убил. Пистолет у нас на профессиональный. Конечно, это реально, но не для меня. По крайней мере, сейчас. Так, ну кай. Так, спрыгиваем. Ну, что-то нужно уже разбиться. Ну, так как его озвучивает сам легендарный Степан, говорит, это, конечно, он жив будет. Чем-то мне Леон напоминает по характеру очень сильно Леонардо из «Средних черепашек ниндзя», потому что он такой же, чуть-чуть такой, как бы сказать, лидер. Так. И даже чем-то Дина Винчестера, из всех естественно. Так. Там просто курочки дали нам яички. Так, потому что тогда бы мы могли бы и не выжить. Так, тут у нас патрончик пистолета и еще какая-то записка. Так, секретная директива. Я, походу, до хранилища не дошел. Недавно поступила информация о том, что агент правительства США прибыл сюда, чтобы обыскать деревню. Нельзя позволить этому американскому агенту связаться с заключенным. Тем, кого еще не проинформировали, заключенный находится в старом здании за фермой. Как только все будет готово, мы отправим ее в более безопасное место в долину. А там она останется до последующих распоряжений. Любым способом нужно предотвратить встречу американского агента с заключенным. Нам известно, как американское правительство узнало о нашей деревне. Сейчас мы как раз этим занимаемся. Полагаю, что появление этого агента здесь не случайно. Я чувствую, что здесь замешано не только правительство США, но и кто-то еще. Друзья, будьте бдительны. Староста Битерес Мэндес. Так, ну, как говорится, письмо написано об Эшли заключенной, которую они нашли. Этой деревне заключает один босс, его зовут Битерес Мэндес, старейшина. Так, кто же у нас будет старейшина озвучивать? Интересно. Ричард. Да тут нужно типа поматерился, Ричард. Видишь, что детка говорит. Я знаю, какой потом видео Степан ГТ скачает. Точно, мумошка! Ёб, я забыл! Мумошка! Он тоже матерится. Так, ну ладно, сейчас тут пришел. Так, мы забегаем сюда. И сохраняемся. Так как у меня пацанчик кто-то пришел. Сейчас быстренько сохраняемся. Сбиваем эту коробочку. Так, и мы сохраняемся. В общем, по Шенди, это была вторая серия первого сезона, была такая немножко коротенькая. Мы тут с бензобилетчиком подрались, следующей части уже будет интереснее. Все, давай, удачи тебе и пока. С тобой был я, Кирилл. Чаще попрощайся. Пока. Увидимся в следующей части, мальчик.